Здравствуйте, вы смотрите программу «Справочная Ростелеком. Мобильная связь». Владельцы карт «Выгод копилка» теперь могут воспользоваться шансом увеличить свои накопления, просто пользуясь услугами связи. Участие в акции «Копилка плюс» позволит получить выгодный тарифный план от Ростелекома. Плюс бонус 20% ежемесячно в течение полугода, который можно будет израсходовать по программе «Выгод копилка». А теперь о еще одной выгодной акции, которая позволит сэкономить на покупке мобильного телефона и при этом полгода совершать безлимитные звонки внутри сети. Мобильный сегмент Ростелекома предлагает принять участие в новой акции «Удачный телефон». В рамках этой акции абоненты могут приобрести, во-первых, функциональный и надежный мобильный телефон модели Alcatel OneTouch 1010X по выгодной цене всего за 499 рублей. Во-вторых, удобный в запоминании федеральный номер. В-третьих, подключиться на экономичный тариф «Наша сеть» и получить возможность совершать безлимитные звонки внутри сети в течение 6 календарных месяцев. Принять участие в акции «Удачный телефон» могут абоненты Красноярского края, Алтайского края, а также Республики Хакасия. Срок действия акции с 9 августа по 31 декабря 2013 года. Подробную информацию о новой акции «Удачный телефон» можно получить во всех офисах компании, а также по телефону 241-0041. Подготовка к новому учебному году – одна из самых актуальных тем для многих семей сегодня. Новые тетради, портфели, форма – это далеко не все, что необходимо современному школьнику. Специально к началу нового учебного года для мобильных абонентов Ростелекома разработан телекоммуникационный сервис. Он позволяет контролировать перемещение ребенка в режиме реального времени. Вот как это работает. Мобильные абоненты Ростелеком могут наблюдать за текущим местоположением объектов, используя устройство на базе операционной системы Android. Для этого на смартфон человека, за которым необходимо вести наблюдение, устанавливается специальное приложение, которое называется MobiTracker, а также добавить абоненту услугу GPS-мониторинг Android. Стоимость услуги составляет 4 рубля в сутки. При установке и активации приложения указываются логин и пароль, которые необходимы для доступа на сайт, с которого и осуществляется наблюдение. Сервис GPS-мониторинга будет одинаково интересен как частным лицам для наблюдения за детьми либо пожилыми родственниками, так и для бизнеса, где требуется наблюдение за сотрудниками. Ключевыми особенностями сервиса является возможность SMS или email-оповещения о каких-то событиях. Например, если ребенок вышел из дома, родитель может получить SMS-ку, что зона «дом» покинута. Дошел до школы, также приходит сообщение, что ребенок пришел в школу. При этом указывается время наступления этого события. Еще одной важной функцией приложения является кнопка SOS. При нажатии ее наблюдатель получает сообщение о том, что абонент нажал кнопку SOS, при этом он находится по такому-то адресу, и кнопка была нажата в такое-то время. Каждый из нас пользуется интернетом по-разному. Одни лишь проверяют почту, другие просматривают видео, слушают музыку. А есть и те, кто проводит в сети большую часть своего времени. Каким бы пользователем ни были вы, подобрать свой тарифный план теперь проще простого. Пользователям услуг высокоскоростного интернета Ростелеком предлагает группу специальных тарифных планов 3G+, для мобильных компьютеров. Если вы не так часто пользуетесь интернетом, лишь проверяете почту и общаетесь с друзьями и родными в социальных сетях, то для вас подойдет тариф 3G+ Connect 4 гигабайта. Абонентская плата за пользование тарифом составит 230 рублей в месяц. Тарифное предложение 3G+ Connect 12 гигабайт предусматривает пользование интернетом уже более активное за 390 рублей. Этот тариф для тех абонентов, кто часто слушает музыку онлайн и просматривает видео. Для абонентов, которые привыкли максимально активно пользоваться ресурсами интернета, предлагаем тариф 3G+ Connect 30 гигабайт. За абонентскую плату 749 рублей пользователь получает 30 гигабайт на максимальных скоростях, что позволяет пользоваться различными онлайн-приложениями, смотреть фильмы и сериалы онлайн. Подробную информацию о тарифах 3G+ можно узнать по телефону 241-0041. Вы смотрели программу «Справочная Ростелеком. Мобильная связь». В следующем выпуске поговорим о дополнительных услугах сотовой связи, которые помогут повысить безопасность ребенка в новом учебном году. Удачного вам общения!